видео, но получается два по цене одного. Так вот, это концовка рута Полины. Я как понимаю, здесь может быть только... Может быть только Оля будет в этом руте, наша сестра. Но я не знаю. Я играю первый раз. То есть первый, в смысле, этот рут первый раз прохожу. Заранее не смотрел. Я называю эту концовку рутом Полины. Так что если здесь не будет Полины, ну... Это не кликбейт. Я просто, ну... Как бы я называю, потому что я пошел по руту Полины. И у меня варианта не было. Я с ней поговорил по телефону, и как бы на этом все закончилось. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома у моего папки. Родителям не до меня, если ей сказать грубее. В общем, им ну, на меня, где твоя, да, книжка? Я все, кстати, детская была пустая. Оль? Не понял. Я не понял сейчас. Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени населяли комнату. Занавеска колыхалась, будто кто-то хранился за ней. Я улыбнулся. Тихо прокрался к окну и распахнул штору. Попалась! Там кто-то есть во дворе? За тканью никого не было. Окно как экран телевизора показывали зимний пейзаж, фонарь, поле, в самом центре бредущие фигуры. Алиса украла Олю! Я, ну, прижав кулак к рту, впился зубами в кожу. Алиса убодила чаще мою сестру! Вор! Грабители! Грабят! Грабят! Понос меньше минут, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дома. Все зачитал пулемет ночи. Я, наверное, назову эту концовку, типа, одиночная, типа, концовка одиночки Полины, потому что я думаю, что концовки идентичны. Вот что-то мне подсказывает, что-то глубоко... Хотя, черт его знает, назову концовкой Полины, ребят, на всякий случай. Может, вдруг одиночная другая, потом окажется, что я дважды кликбейтер. Что получится, что я ошибся и ввел заблуждение. В общем, не хочу так. Отец тянул холодом и смолистым запахом хвоя. Где-то в поле трещал Дедушка Мороз, бородач из ваты. Но иди у калитки мячи две тени. Решил спасать их по сестру и девочку-лисицу. Ну, то есть, да, вот мы видим сестру. Как они? Они не, совсем никуда не ушли. Они рядом. Я общался к забору, слышу мой ветра. В ушах ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чащобе. Плавно, будто конькобежец по льду. Ну, даже очень странно и плавно. Я за меньшак коснулся очков, тщетно стараясь вычислить из брака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. Потому что падают снежинки, и начинается вечеринка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно, у питончик заполз. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец я настиг сестренку, одетую в одну курточку. Оля, ты видел лисичку? Сейчас опрятится в сову или еще во что-нибудь. Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... Она нас съест. Сестра замерла к тайге лицом. Ты было рукой подать, зачем ты положила зябшую кисть ей на плечо? Наверное, убедиться, что это все не сон. Набяжу, но не упал. А это сова! Мы в сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянные мохнатыми перьями, из которых складывались морды совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. Не узнает. Ой, а у него голос другой. Точно как Коля, но за перьями и картоном таился некто иной. Ну, прочь, словно меня стегнули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Олей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличился. Желтый снег в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За мной было тихо, как будто никто не гнал. А тут все тот же самый волчар пускает слюни. Да, тут это, тут Михаил, медведь. И тут лиса. То есть, и тут все то же самое, так, взять шапку, ну, выбора как бы нет, мы не можем ее взять, специально мышкой поводил, только взять. Я не понял, а то есть концовка не меняется? То есть все, дальше все будет по сценарию? Все, что ли, допрыгались? Нет, тут тоже то же самое, раз проматывается, ничего не изменилось. То есть просто уходит Оля, а все остальное будет то же самое. Я разочарован, а где вариативность? Или тут как в предыдущем эпизоде? Что все то же самое, за исключением одного момента. Естественно, что если выбрать соло-концовку, где вам Полина не звонит, поменяется или что-то? Как мечты их развечать. Послушайте песню, как вам понравилось. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства сладеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Реально сейчас такие плохие школы? Просто я думал, что это, эти времена прошли. Мне казалось, что зумеры все такие добрые, милые, все из себя. Или мне кажется? Мне казалось, времена чмырения как-то, ну, закончились, что ли. Ну, все то же самое, а где отличие? Меня опять обманули! Опять Евгена обманули на игру, да? А где концовка? Где все? А где контент? Мне дают эту маску опять, вот эту маску, в которую плевали. Тьфу, там вообще эти опарыши лазили, отрава.
Может быть, здесь другие выборы сделать? Может, если я бы эту маску одел в другой ситуации, было бы по-другому? То есть, в этой ситуации я же тоже послал, как ситуация с лесу, а если бы я не послал, что бы было? Было бы по-другому или нет? А вот никто не знает. Это нужно, опять же, это нужно проверять и тестировать. Спасибо. Меня чем-то накормили, запихали в рот какую-то фигню. А то, видимо, наркотики. Ой, нельзя говорить это слово сегодня. Монетизацию снимут с видео. Так, я попробовал. И ты попробовал, а что было после того, как ты попробовал? А игра, все. Я полетел, ребята, я полетел на грибной силе. Звезды казались яркими и блесткими. Так, а нет, все, тут ничего нового не будет. Я просто подумал, что раз не проматывается, то все. Что же за чертовщина? Эй, тебя что, заколдовали? Ух ты, ой, а смотри, все-таки поменялась концовка немножко. Расколдовали, сонно подумал я, отклеив подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все-таки, поменяли немножко концовочку. Так, ну тут все то же самое, просто задумался. Слышал уже про Катю? Нет. А что тут? Ну и слава богу, мерзкая тварь. Я бросил взгляд на пустующий место. Катя пропала. И слава богу, сон как рукой снял. Я недоверчиво нахмурился. Вертига. Ну это мы уже знаем. Катя, больше нет! Так вот, орлы. Пишем в комментарии дружно. Тихой сапой. Что думаем про вот это? Стоило ли перепрохождение того? Какой рут вам больше понравился на данный момент? То есть рут, где мы выбираем мальчиков, пацанив? Или рут Полина? Мне пока что, честно говоря, мне рут мальчиков больше понравился. Хотя я их не поддерживаю, я их осуждаю. Но конкретно их рут мне зашел больше. А рут одиночки мы будем пробовать. Плюс я попробую вариант, а что если не дать сдачи, если оказаться терпилиусом, тоталусом. То есть тотальным терпилой. Что будет тогда? Ну, об этом мы узнаем уже в следующем видеофрагменте, который выйдет завтра, получается, да? Сколько времени вообще? Может, сегодня? Может быть, он выйдет... Слушайте, а может, он и сегодня? Может, он выйдет сегодня, ребят, в среду? Или какой день? Я путаю просто это третьего. Третье это какой? Четверг уже? А, понедельник! Слушай, я тупой. Может, ребят, сегодня в понедельник вы посмотрите сразу и еще контент, потому что чего тянуть быка за... Всем пока и пишите ваше мнение в комментарии. Я жду.